Компьютерная школа Института математики, механики и компьютерных наук Южного федерального университета существует уже больше 20 лет, и за это время она превратилась в одно из крупнейших образовательных учреждений дополнительного образования школьников России. Наша школа дает возможность любому ребенку, который интересуется современными информационными технологиями, найти себе занятия по душе. Знаете, что самое интересное? Даже те дети, которые еще не знают, что они занимаются, что им интересно заниматься современными IT-технологиями, они находят здесь часто свое призвание. В эту компьютерную школу ходил еще мой брат в свои годы. Вот. И я решил, что мне тоже это интересно, я тоже хочу программировать. И поэтому я решил пройти в эту компьютерную школу, у меня не было абсолютно никаких знаний. Но буквально через пару занятий я уже мог писать программу, и меня это реально радовало, мне это очень нравилось. Те идеи, которые были заложены изначально, надо сказать, сохранились и сегодня. Мы все равно считаем, что школа не дает того спектра, того огромного спектра, и именно вуз развивает ребенка максимально. Вот мы его к этому готовим, раскрываем в нем лучшие его возможности. Да, я хочу стать программистом. Ну, на самом деле, мне бы хотелось разрабатывать какие-то программы, которые можно использовать в научной среде и участвовать в разработке каких-нибудь приборов и машин. Знаете, совершенно не важно, кем ребенок хочет стать. Он хочет стать физиком, он хочет стать историком, он хочет стать юристом или математиком. Современные IT-технологии важны абсолютно во всех областях знаний. И наша компьютерная школа позволяет добиваться успеха в этой области и историку, и юристу, и любому гуманитарию, ну и, конечно, технарям. Я уверен, если родители приводят своих детей в нашу компьютерную школу, они молодцы, они думают о будущем своих детей. И будущее это, я уверен, прекрасно.